Настоящий аншлаг в Хунзахском районе собрали борцы вольного стиля. Олимпийцы и чемпионы Европы провели мастер-классы в местных спортшколах. В райцентре золотой медалист игр в Токио Заур Угуев, а также победители континентального чемпионата Махмуд Магомедов и Курбан Шираев рассказали юным вольникам о ключевых моментах своей карьеры. Делегацию спортсменов сопровождал глава района Нурмагомед Задиев. Спортсмены показали свои коронные приемы, а после настала очередь детей. Ребята провели показательные схватки и поучаствовали в викторине. Самым удачливым достались спортивные костюмы и другие подарки. Нас встретили все очень добродушно. И детишки, которые были в зале, как их глаза горели, когда увидели нас. Скажу, что желаю им побед, чтобы они очень хорошо тренировались, слушались главное своих тренеров, своих родителей. И еще они добьются своих результатов, что поставили себе цели и соблюдали дисциплину. Да. Своими секретами мастерства известные борцы поделились и с молодежью села Харахи. Здесь, в местном спортзале, борцы также показали приемы, которые не раз выручали их в самый ответственный момент. Я взял руку и голову, отсюда просунул ногу и положил на 2 балла. И выиграл схватку. Гости отвечали на самые разные вопросы. Что дают занятия спортом, как справляться с большими нагрузками и решать самые сложные ситуации на ковре. Основное внимание сконцентрировали на дисциплине и строгом соблюдении режима. В таких залах тоже я тренировался с маленьких лет. И вот до такого уровня дошли мы. Все получится, главное цели стать, и ты будешь слушать родителей, все получится. В завершение встречи борцы преподнесли будущим чемпионам и их тренерам ценные подарки от депутата Госдумы Сагит Пашиумаханова.